Привет, привет всем. Сегодня видео будет о моих любимых питомцах. Я, наверное, начну с самых маленьких. То есть он в таком вот большом горшке. И вот так вот. У него есть такая проблемка. Вот она. Ребеночек решил ему помочь расти. И она вытащила этот вазон. Теперь он в состоянии таком. Он отходит от этого. Этого всего. Так, следующий. Вот такой вот. Как их правильно показывать? Давайте вот так вот. Вот такой вот он достаточно высокий. У него, скажем, уже достаточно толстый. Вот видно. Толстое начало. Столбур. И вот так вот форма у него не сильно правильная. Вон там видно, я его увеличивал количество их. Теперь мы смотрим наверх, как узнать, хорошо ли фикусу или нехорошо. Вот маленькие зелененькие светлые листики есть. Значит, он себя чувствует хорошо. Ну, на удивление, именно вот это деревце очень много дало листков всяких везде. Дело в том, что вот этот фикус, он такой, у него меньше листков, чем у такого же фикуса Бенджамина, только, как сказать, вот он, мраморного так называемого. Это деревце уже сформировано, и, очевидно, надо будет его пересаживать, делать им какую-то дефолиацию. Таких было два вот таких вот сформированных. Все видно от садового вара. Я им пользуюсь. Темное осталось. Так вот, деревцев было два. Но мы шли на день рождения к подруге моей жены. И она в подарок прихватила. Я говорил, бери другой. Она прихватила именно этот. Так, следующий питомец. Это мраморный. Вот он в таком состоянии находится. Он, скажем так, он растет. Он пока растет, пока нечего его показывать никому. И такой вот, как его издали охватить, это достаточно вот такой он пушистый. А как листков на нем много, но ствол у него маленький. То есть не толстый ствол, ему еще расти и расти. И я его буду обрезать множество раз. Так, и еще два осталось. Один вот такой вот маленький. Ну, удаленький видно, да, где его подрезан был. Но он потом это дело уберет, эти подрезы, со временем несколько лет. Вот он готовится. Итак, вот еще такой товарищ у нас есть. Я его называю подарочный вариант, потому что он, во-первых, имеет такую интересную форму, во-вторых, у него достаточно толстая уже здесь, и он себя очень прекрасно чувствует. То есть вот зелененьких листиков у него много, и что самое интересное, он растет в такой вот литровая или больше кружки. Это кружка была у товарища, видно, у него отбилась, лопнула дно, я просто ее склеил и все, просверлил, а я не помню, да, просверлил низ, показать не могу, сейчас эти камни и желуди высыпятся, вот, просверлил низ, и получилось такой вот подарочный вариант. То есть кому-то идти вручить такую кружку будет интересно. Так, ну это не все, секундочку, у меня еще растут такие вот вещи. Это помидор. Он называется балконное чудо сорт. Я его уже несколько раз вот здесь вот подрезал. Он что-то растет, растет, растет. Но в этом году он не плодоносит. И он был в такой вот большой такой бодейке. Я его пересадил сюда. Ну так, для рассады использую из-под молока, сметаны, простокваши вот такие вот стаканчики. То есть нижний. Верхний, просто, ну, дырочки сделаны скрепкой на огне. И вот такой красавец у меня растет. Очень мне тоже они нравятся. С обычной косточки
перца. И вот этот красавец. Видно, он там цветет. Тоже я его обрезал, он был высокий. Он плодоносит, и размер плода у него небольшой в этих стаканчиках. То есть, да, это болгарский перец. Размер плода вот такой, как этот камень. То есть, ну это, ну, интересно то, что она растет. И детям. Дети любят. То есть, там у меня еще есть болгарский перец, тоже есть видяшки. Ссылочка на них будет. Ну, собственно, что на этом все. Кому будет интересно выращивать именно бонсай, я рекомендую брать для начала вот такой вот мраморный фикус бенджамина мелколистный. Он растет хорошо, он неприхотлив, ему ничего не нужно. Он стоит, ну, просто на окне себе стоит и растет. Подкармливаю я его подкормкой обычной, там раз в два месяца. В два, в три, как-то так. Пробовал пользоваться куриным пометом, но от него запах, его потом, ну, перевозить, то есть есть нюансы. Вот, а потому пробую, ну, использую магазинный. Вот, большие листики потом кому для бонсая можно обрезать. Вот, а крону сформировать, вот так вот закрутить, завить. Как я его закрутил, завил, просто он у меня рос, я его выкопал, положил на бок и опять вкопал. И вот он у меня стал расти вот таким вот вычурным образом, как будто бы это наклоненное дерево. Но его нужно будет именно этот пересаживать, делать ему какую-то дефоляцию, что ли. Ну, собственно, на этом все. Благодарю за внимание. Палец вверх, подписывайтесь на мой канал. До встречи!